Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и внезапный The Forest, собственно. 0.27 еще не вышло, как видите, на текущий момент осталось 3 дня, на момент выхода этой серии останется 2 дня. Но, короче говоря, все пишут, все прям пишут и пишут, что, короче говоря, да. Ну это вообще такой секрет фирменный, вообще фирмюшечка прям такая, знаете, я бы даже сказал фигнюшечка такая, пасхалюшечка, или как это можно правильно назвать, это может быть правда и может быть неправда на самом деле, да, я вам продемонстрирую, короче, одну херню, я на самом деле ее проверял, потому что, ну, записывать такое без проверок как бы не особо-то и надо, а зачем тратить время, если это не работает, я от нечего делать вечерком как-то это... У меня тут хрень отклеивается, короче говоря. Вечерком как-то проверил, и действительно оно такое есть. Мы сейчас с вами посмотрим на новые падения. Точнее, не новые, а вообще на падения посмотрим. Разыграем, так сказать, знаете, сценарий. Сценарий Фореста, как не надо делать. А потом мы покажем, как это делать надо. Собственно, как всегда, как обычно, мы летим в самолете. Самолет не частный, самолет нормальный. Мы летим... в эконом-классе. И вот сейчас, на самом деле, только что я заметил, Тимми должен был себе разбить голову, наверное, об этом отставке. Ну так вот. Тимми, скорее всего, должен был разбить себе голову, ну или не разбить, но хотя бы ударить, потому что он нормально так клюнул, короче, эту подставку для еды. Вот! Вот это красное говно поговаривают. Ну я такой, типа, не знаю, короче, на, только не говори, я знаю. Поговаривают вот эту херню, вот эту вот красную, намазанную какашками единорога, можно найти на острове. Причем не на острове, а рядом с ним. Причем именно его. Причем серьезно, прям вот именно его. Я не знаю, каким образом мне сделать так, чтобы его прям нормально показать, но, во-первых, давайте быстренько, короче, вот так вот просто вся быстренько сделаем. И главная ошибка любого играющего в Forest, любого попавшего в Forest, чтобы узнать, короче, как эту херня испробовать, они начинают все просто ходить пешком. Просто ходить пешком, идти куда-то там, куда-то в сторону яхты, обычно все идут. И причем разработчики, по ходу дела, простекли этот фишкалик, и всех, естественно... в сторону яхты тянет, потому что там, во-первых, плеер должен валяться, там должна валяться ракетница, там должны валяться нормальные прибамбасы, приколюхи. И, представляешь, я специально записываю, короче, это в текущей версии, потому что мало ли выпилят в следующей, а то неинтересно будет и не увидим ни хера. Короче говоря, на этой яхте, на этой самой нашей любимой яхте, вот эта красная паскуда обитает. Я реально, я был просто, я подохерел. Я думал, это какая-то приколюха или очередные какие-то теории и факты, аргументы и факты, человек и закон, любые передачи и газеты, посмотрите, как называются. Я думал, это все вранье. Я думал, это все... Так, подожди, я реально думал, что все это вранье. Нам сейчас надо бы понять, как вообще можно просто бежать, не уставая. А нам бы получше бы плеер прям найти, потому что мы сейчас уже просрали весь этот момент, потому что мы не в ту сторону совершенно пошли, и самолет нас упал не туда, куда нам надо. А чтобы это увидеть, нам, естественно, надо бежать сразу к яхте. Причем бежать со всех ног. И как я ни старался, лучше, чем я вам сейчас покажу, у меня не получалось. Но надо как-то сделать так, чтобы это реально получилось. Сохранение это не получится, поэтому я постоянно запускаю новую игру, чтобы мы с вами поняли. Сейчас мы с вами быстро, короче, подбираем всякую херню, всякие банки, жрачки и щемим. Щемим наугад, потому что кроме как наугад... сделать невозможно. Яхту надо найти как можно скорее. У меня сейчас самолет упал в совершенно неудачном месте, потому что отсюда мы до яхты не добежим. Я как понял, сейчас яхта все время спавнится, короче, в старых местах. То есть на том самом первом берегу. Больше она, собственно, нигде не появляется. Короче говоря, щемим. Я не знаю куда, просто бежим. Если нам повезет, яхта... А, опять ты не сюда упал, да, самолет? Сука, гнида, паскуда. Он опять убежал... Когда? Он опять убежал, короче говоря, не туда. Вот это вообще отвратительно, если честно. Это прям фу-фу-фу, прям глупо. Не в той части самолет падает, поэтому сейчас... Да опять около стороны деревни, ну в конце-то концов. Бляха, здесь не получится, серьезно. Давайте еще разочек, может быть сейчас подфартит. Просто по-другому, ну никак. Здесь надо очень быстро и очень резко бежать. Просто бежать, прям реально. И желательно по прямой. Желательно не уставая. Желательно просто... Как-нибудь, как угодно, вот как хотите, но надо бежать.
Потому что если вы будете стоять или идти пешком, ни хера не поможет. Вот так всегда, когда начинаешь записывать, у тебя постоянно что-то получается не так. Вот я без записи реально, я проверил 2 раза. Я спокойно добежал, ну как не спокойно, конечно, в панике, я бежал прям так нормально, чтобы по бырику прям добежать, чтобы все было хорошо. Но у меня все равно не получилось опять-таки так, как я хотел. Так, где мы сейчас? У меня уже надежда в голосе пропадает. Куда я бежать? Где яхта, твою мать? Мне яхта нужна с ручником. Ага. Вот, смотри-ка, выносливость восстанавливается, бутылка. А чё же я тупорез-то какой? Я-то когда бегал, я не думал об этом. Я просто бежал, потом шел пешком, чтобы у меня восстановилась вот эта толстая полоска выносливости, и все. Так, мы, по-моему, здесь где нужно. Отлично. Она не восстанавливается, нет. Восстанавливается, давай. Все отлично, если яхта там, мы все делаем правильно. Если яхта за этим бугром, у нас есть огромнейший шанс увидеть это красное говно. Просто прям наиогромнейший, преогромнейший, любой. Короче, любой огромнейший шанс. Давай, чеми. Я, если это видео получится коротким, я не виноват. Я просто хочу вам показать. Я реально был этому удивлен. Это реальная пасхалка. То есть уже практически, уже вот сейчас мы уже можем буквально хотя бы капельку, но зацепиться за сюжет игры, который, в принципе, бляха, должен был бы здесь добавлен быть. Потому что мы уже знаем, что этот абориген не какой-то призрачный персонаж, не какое-то говно, которое никому никогда не удалось найти. Это реальная херня, которая присутствует на этом острове. Это просто огонь. Ну вот, кончились, сука, на бутылок надо было больше брать. Восстанавливаю быстрее свою выносливость. Яхта здесь, я чую. Я знаю, я уверен, что она должна быть где-то здесь. Вот она! Вон, смотри, ты видишь? Внимательно смотри сразу на фигурку. Фигурка человека на яхте. Бляха, нахер ты упал, беги! Вон за бугром. Твою мать, убери сраный этот. Вон она стоит. Вот он, смотри. Это красная паскуда. Но в этот раз я забежал гораздо быстрее туда. Правда, когда я бегал в прошлый раз, он уже где-то примерно на этом расстоянии. У меня он уходит оттуда, прикинь. Он видит, то есть, приближение человека и уходит. Но это неправильно, потому что он уходит на самом деле. Вот, сука, он пошел. Тварь, падла, остановись. Смотри, что он делает. Он уходит. Твою мать, ну, как, вот его по-любому как-то можно догнать, прям прибежать к нему и мнуть ему по голове топором. Давай, дружище, ты сможешь, я в тебя верю, у нас должно получиться. Это просто реально, это тот самый красный чувак. Это он, потому что, ну, кроме него там просто быть некому больше. Поехали, давай. Там зарежем, реально зарежем, чтобы подбежать к нему и втащить ему, сука, топором. Бегом! Я понял свою ошибку, надо сначала бежать назад. Назад. Жрать быстрее. Все. Собирать. Давай. Отлично. Жри. Собирай, погнали! Так, где мы? Большой дуб нам туда. Нам в ту сторону большого дуба. Я знаю, где мы находимся. Давай, быстрей. У нас по-любому должно это получиться. По-любому должно. Опа, поехали. Ты что-то не восстановил выносливость, сука! Гнида, ты же бутылку-то... Да, лед и паскуда такая, ну тварь, ну ты просрал опять все. Бляха-муха, ну опять не получилось, ну что ж ты будешь делать-то, а? Ну не, мы не успеем. А и мы вообще даже не там, где я подумал. Мы около центральной деревни. Да. Твою мать, ладно. Я не оставлю это просто так. Мы с вами будем пытаться, мы будем пробовать. Вы можете прямо сейчас включать Форест и вместе со мной пытаться сделать это. Потому что если кто-то из нас это сделает, мы уже будем, понимаешь, мы скооперируемся и мы поймем, что... Твою мать! Мы тебя достанем, падла, мы тебя нагнем. Мы знаем, где ты прячешься, мы к тебе придем. Это просто нереально, это просто охеренно. Это такой фишкалик. Ну столько, прикинь, столько времени прошло в этом форесте, столько времени реально прошло. И здесь есть реальная пасхалка. Просто прям реальная, реальнейшая пасхалка. Где мы? Так, мы опять не там, да? Иди, твою мать, как мы близко к нему! Вон он, сука! Бляха, восстанови свою странную выносливость быстрее! Вот, посмотри! Мы прям упали, прям на яхту практически. Тварь, я иду к тебе, сучёныш. У нас так много времени остается, если он уходит по таймеру. Это просто охеренно, он упал реально прям рядом. Вон он стоит, гнида. Он прям реально со временем... Тихо. Да ты охерел, что ли, нет? Ах ты, бледовозина, ну серьезно. Я думаю, блин, ну я вот реально расстроен.
Я просто, ну и как бы я же до этого посмотрел, да, вначале сказал. Но я не старался, я просто подбегал и проверял, что он там действительно есть, и он реально уходит. Я хотел с вами вместе, прям просто чисто с вами вместе прибежать и надавать ему этому херу по щам. Но, сука, видать, он работает ни хера, ни от этого, ни от таймера, он работает от приближения игрока. Это на самом деле печалит. Вся моя надежда втащить ему по щам просто пропала. Бляха-муха, ну это просто огонь. Можно, кстати, поплавать, посмотреть, может какой-то баг, или где-то просмотреть как-то это возможно. Но он просто, он уходит куда-то сюда. Как он сюда уходит? Каким хером он сюда уходит? Тут, сука, ни один этот не открывается, ни один трюм, ничего здесь не открывается. Может быть, он уходит под воду, может, он куда-то сюда уходит. Вскрыть бы яхту как-нибудь, текстуру яхты. Во! Ну нет, баги-хераги, но яхта, конечно, вот просвечивается, но он не просматривается. Видимо, это просто анимация. Он реально куда-то уходит в пустоту, в никуда. Но! Я не понимаю, если наш главный герой увидел, что этот сраный красный пес залазит именно сюда, то какого хера он не начинает разбирать эту гребаную яхту? Почему? Ее же, в принципе, можно разбомбить, разломать. Здесь же где-то... Но это просто, ну, это обычный рисунок, сука, даже с какими-то низкоразрешенными текстурами. Ну, смотри на это ублюдство, ну разве это, блядь, трюм? Это не, вообще ни о чем. Вот добавьте в Forest возможность сломать эту яхту, даже если там не будет ребенка. Просто надавать этому псу по его красной жопе, прям нахерачить ему, я не знаю. Акулы плавают, все нормально, все работает, а яхту сломать нельзя. Я, если честно, расстроен. Я хотел вот реально просто прям сделать так, чтобы мы добежали до него и дали ему в лобешник. Но эта падла уходит не по таймеру. Эта падла уходит по расстоянию от игрока. Вот, собственно, вот так. Может быть, конечно, я просто неудачник, и мне сейчас реально не повезло. Не знаю как, не знаю почему. У вас есть возможность проверить это самолично. Поэтому, если кто-то добежит, если кто-то прям приблизится к нему на расстоянии удара, бейте! Бейте и скриньте! Бейте, скриньте и выкладывайте куда-нибудь в сторону паблика. Давайте на этом закончим. Ждем, короче, обновления Фореста. Но вот этот фишкалик меня реально порадовал. Меня уже давно Форест так ничего не радовал, как вот эта херня. Я, правда, еще до сих пор кратер не нашел. Как в него залезть. Но я думаю, это не за горами. Ссылка на плейлист с остальными приколюхами по Форесту в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат. We'll be right back.